Ну что ж, а мы переносимся к финалу нашего сегодняшнего вечера. Заключительный бой, в принципе, то событие, ради которого мы все и собрались, тоже в том числе. Смешанное наборство, 2 раунда по 3 минуты. Но сначала, внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Сетников Александр. Мне 19 лет. Я представляю клуб смешанных иномарств «Арта» Рязань. Тренируюсь под руководством Казбанова Артема. Я являюсь кандидатом мастера спорта по ММА. Призер турниров ОСЕ, чемпион области по панкратиону, чемпион области по ММА. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам за мирное небо над головой. Ну что ж, друзья, встречаем. Сетников Александр, клуб «Арта», город Рязань. Александр Сидников, клуб «Арта», город Рязань. Прежде чем я представлю его оппонента в красном углу, я приглашаю на эту сцену группу «Ярополк». Ае! Оу! Красногорск! Йоу! Раз, 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 раз! Не просто держать планку, уровень невероятному. Не каждый выдержит нагрузки кратный, обратный. И перед боем быть пружиной, что давно на своде. Готовы каждую секунду выпрыгнуть на воле. Пока ты молод, закаляй силу воли и помни. Хорошие поступки в несколько раз и подъемней. Ведь только человек со стержнем способен напомнить. Найди в себе силы, бороться и помнить. Ты кто рожден, летать не суждено, ходить по солнцу. Рекордами поставив под сомнение законы физики. Природы вопреки преодолев отметку. Недоступны другие, все выше, понимая метку. Так закалялось, да не раз уже доказано. Каждым из нас горит огонь победы, духом связан. И это создает того, что могут чемпионы. Удивляя города, покоряя стадионы. Что нас делает сильными с любовью к России? Россия ждет героев, имя же в веках хранимое. С таким потенциалом, духом ни разу не дрогнув. Молодые парни защищают свободу народа. Не отступая от своих принципов, и ты поддержишь. Когда не будет все стоять против сотни издержек. Не совершенство общества, но ты ведь можешь сделать. Мир капельку добрей, опираясь лишь на чел. Смелый Ярополк, с душой патриота. Сквозь время и боль покоряет новые высоты. Что на пути к Кариву им являются преграды. Победа над собой, важная награда. Вера в то, что ты делаешь, любовь к России. Нас делают сильнее, духовно поднимая выше. Вот те слова, что составляют сегодня Россию. Ради нее ты должен оставаться сильным. Вера в то, что? Что нас делает сильными с любовью к России. Твоя сила, воля, вера в то, что? Что нас делает сильными
Спортивно-патриотический клуб «Ярополк», город Красногорск. Ну что ж, спасибо, группа «Ярополк». Итак, в нашем финальном бою сегодня встречается Сонькин Вячеслав, спортивный клуб «Ярополк», город Красногорск, 21 год, 78 килограмм, мастер спорта по кудо. В синем углу ринга Ситников Александр, клуб «Арта», город Рязань, 20 лет, 78 килограмм, кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам, победителем Рязанской области по панкратиону. Ну что ж, рефери в ринге Станислав Новицкий, Москва. Спортсмены к центру. Два раунда по 3 минуты. Команда моя, слушаем внимательно, правила не нарушаем. Затылок удары запрещены, любые удары головой запрещены. Капу не уплевывать, экипировку, канаты не хватать. Руки пожали. Удачи по углам. Первый раунд. Главный бой вечера. Красногорск. Друзья, давайте, правда, оживимся как-нибудь все вместе. Друзья, дайте аплодисменты спортсменам, наш финальный бой.
действительно ожесточенно, зрелищно. Slow down. What about the cops? What about the shots? What about the things we do to hold it down the block? What about the
souls. What about when we go close? What about they'll do anything that you want them to show them to do? No matter where we go, we still wanna party. Ain't got a therapy, running the country. I know you hate to see it, but you can't control us. So take my advice if you can't beat us. Секунданты Зарин, Вайс и Сэндру. Третий раунд. Для награждения вызываются все те люди, которые участвовали в организации этого турнира. Ну что, друзья, в этом бою технически... Друзья, давайте пока что еще раз поаплодируем нашим финалистам финального боя. Обоим спортсменам Ситников Александр, Сонькин Вячеслав. Витоль, давай. Ну что ж, друзья, техническим поражением в этом бою победил Ситников Александр. Боец. Клуб «Арта», город Рязань. Музыку приглушите. Большое спасибо, что посетили наш турнир. У нас летом запланирована такая акция, я вам скажу, бокс для всех.
Не буду говорить где, но будет очень круто. Это будет в летнее время, и где можно покупаться. Надеюсь, мы это все осуществим в июле месяце. Вот. Поэтому, друзья, спасибо. Смотрите нас в интернете. Приходите к нам. Большое вам спасибо! Друзья, спасибо всем, кто пришел. Турнир «Победа» завершен. Но это значит, что мы обязательно вернемся в другой раз. Будут еще соревнования. А пока что всем спасибо, спасибо, что пришли. До новых встреч!